Барбарис – обыкновенный вульгарис, прямостоячий ветвистый кустарник, 2-3 метра высоты, со светло-бурой снаружи и желтой внутри корой, с плотной желтой древесиной. Ветви гранистые, тонкие, вверх направленные, сначала желтовато-пурпуровые, позднее серые, усаженные крупными, до 1-2 сантиметров, простыми или трехраздельными колючками, представляющими собой видоизмененные листья. В их пазухах находятся почки, на которых развиваются укороченные веточки, несущие пучок листьев. Листья очередные, довольно крупные, продолговато-обратно-яйцевидные, к основанию клиновидно суженные в короткий черешок, по краям мелкозубчато-пильчатые, с жесткими колючими ресничками. Цветки с сильным своеобразным запахом, желтые, на цветоножках, собраны в 15-25-цветковые пазушные поникающие кисти. Чашелистики и лепестки в числе 6, обратно-яйцевидные, вдвое длиннее тычинок, лепестки при основании с медовой железкой, тычинок 6, пестик 1 с сидячим головчатым рыльцем. Плод – продолговатая, ярко-красная, очень кислая съедобная ягода. Цветет в мае-июне. Барбарис – обыкновенный вульгарис, это многолетнее растение. Барбарис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.